Красный квадрат представляет. Добрый вечер! Добро пожаловать на игру «Кто хочет стать миллионером?» Эту пару называли прорывом. Никто не ожидал, что за столь короткий срок они смогут стать лучшими в мире танцев на льду. Абсолютные лидеры. 4 года подряд, 3 чемпионы Европы, 2 чемпионы мирового первенства. В 2006 году они завоевали олимпийское золото Турине. Встречайте, Татьяна Навка и Роман Костомаров. В общем, дорогие друзья, тут основное время игры уйдет на перечисление титулов наших звездных гостей. Из того, что только вот помнится, это олимпийские чемпионы 2006 года, это мы все видели. Кроме того, это 2-кратные чемпионы мира, вот так. Точно. Это 3-кратные чемпионы Европы, России тоже многократный чемпион. Ну да. Раза 3, наверное. 17-кратно. Нет. И еще вы побеждали в каком-то гран-при. Что это? Ну, это этапы гран-при есть. Финалы гран-при. А что круче, олимпиада или гран-при? Ну, конечно, олимпиада. Конечно, эти люди умеют побеждать. Ясно, что нам, будь мы подальновиднее, надо было просто выложить деньги, извиниться за беспокойство и уйти. Но продюсеры требуют, чтобы Навка и Костомаров мучились. Готовы? Ну, раз пришли, значит, готовы помучиться. Нашим олимпийским чемпионам, как и всем остальным, также придется пройти 15 вопросов. Вот 5-й и 10-й должны бы принести вам несгораемые суммы. Первое в 5 000, второе в 100 000, товарищи. Ну, у вас есть 3 подсказки. Звонок другу, у вас есть помощь зала, у вас есть 50 на 50. И вот еще что. У вас есть право взять те деньги, что на наших глазах честно заработали, даже после того, как прочтете вопрос, даже после того, как подумаете над этим, даже после того, как используете все подсказки. Все еще есть право взять деньги. Дорогие друзья, для Татьяны и Романа начинается игра «Кто хочет стать миллионером?». Первый вопрос, 500 рублей. Что лежит в портфеле у каждого школьника? Утренник, дневник, вечерник, ночник. Слава богу. Я догадываюсь. Итак, естественно, мы отвечаем дневник. Дневник, конечно. Б, дневник. Ответ принят, и он приносит нашим гостям 500 рублей. Второй вопрос. 1000. Что говорят, когда чего-то очень мало? Пес налаял, кот наплакал, рак насвистел, бес попутал. Когда чего-то очень мало, я не понимаю. Обычно говорят, по-моему, кот наплакал. Кот наплакал, Б. Ответ принят. Роман не особенно знает, когда это, что это значит, когда кот наплакал. У него всего много, но, однако, попал точно. 1000 рублей ваших. Третий вопрос, 2000 рублей. Какая из этих стран не входила в СССР? Эстония, Туркменистан, Белоруссия, Болгария. Болгария. Ответ Д. Болгария. Ответ Д. Болгария приносит нашим гостям 2000 рублей. Okay. Четвертый вопрос, 3000. Какой плод пытается заполучить белка во всех частях мультфильма «Ледниковый период»? Таня, имею в виду, сейчас мультфильм, а не проект. Яблоко, желудь, гриб, шишку. Не смотрела. Желудь. Ты смотрел этот мультик? Желудь. Да. Ответ Б. Ответ принят. Желудь.
Вот видите, что оказывается, Роман смотрит свободное от спорта время. Да, это желудь, вы правы. Догадался просто, или смотрел. Ну, понятно, что желудь белки. Ну, когда-то я видел отрывки из этого мультфильма. Пятый вопрос. Может принести Аль Пачино первую несгораемую сумму в 5000? Кто подарил любимой миллион алых роз песни Аллы Пугачевой? Поэт, музыкант, художник, артист? Конечно, художник. Это был художник? Художник. Ответ С. Ответ принят. Ну и первая несгораемая ваша. А по поводу художника, знаете же, да, кто это был, кто послужил прототипом? Кто послужил прототипом? Нет, я не помню. Пиросмани. А вот есть у фигуристок, например, такие почитатели, что прям ездят за ним, как за певицами, по всему свету, прям сидят в первых рядах на стадионах? У меня такого нет. Нет? Ну, вообще, это есть в фигурном катании, конечно. У мальчиков больше есть. У мальчиков, да, девчонки за ним. Девчонки, да. Ну-ка, расскажите. Ой. Все вам расскажи. Ну, есть у нас один такой, даже два, наверное, фигуриста. Особенно девушки из Восточной, из Японии. Ух ты. Да, в основном они прям ночуют под дверью, дарят дорогие подарки. Посещают все соревнования, все показательные выступления. То есть они вообще реальные фанатки. По-моему, живут только ради этого, чтобы увидеть и пообщаться с этим как человеком. Как здорово. К сожалению, мужчин таких нет. Только женщина, видите как.